Я оказался случайно в центре зимы и холода, когда будильники заверещали по всему городу. Я увидел дырявое небо. Я понял, что это послание, в общем, необходимое. Победа, рифмы, трава и реланиум. Надо было звонить барыге, а потом ждать открытия книжного маркета. В общем, необходимы книги, трава и транквилизаторы. Присутствие прочего недоказуемо. Кайф – это то, что возможно проверить. В общем, все то, что непредсказуемо, невозможно измерить. Путинский принципат в телеприемнике огласил помещение криком, когда в середине вторника я пришел покупать книги, мойка или фонтанка. Я слабо разбираюсь в названии местных канав, тоже орали как падлы. Я где-то ошибся, назвав происходящее грязной шуткой. Но только когда я зашел в магазин, книги, как проститутки, начали лебезить. Я пытался смотреть только прямо, мне очень хотелось пить, а на полках разыгрывалась драма, и я ее не мог остановить. Книги орали и жрали друг друга, раздевая бумажные пасти. А на улице красная вьюга разрывала прохожих на части. Это действительно было круто. Я снова забыл все слова, потому что закончились утро, транквилизаторы и трава.